В Кишиневе по-прежнему регистрируется наибольшее количество новых заражений коронавирусом. Свободные места в больницах тают на глазах. В столичном управлении здравоохранения сообщили, что готовятся активировать еще 200 коек в сортировочном центре на Молдэкспо. Надолго ли этого хватит, неизвестно, учитывая невероятно высокий приток больных. Всего три дня назад начал принимать ковид-пациентов республиканский наркологический диспансер. И уже сегодня больше половины коек там заняты. В городских больницах мест не осталось. Требуется инсолетинка систему медикал, медичи, факт тот по себе, мунчес, пынула я по изаре, а мажунсла капачитатия максима де деспитализария, инспитали муниципали, чели уми и пасузаждоу де патру сын токупати, зильник май путем идентифика де лачин чла зече патру, дуар дин контрола челор пациенц, каре се екстерняза. Ин континуаре, тате патруле де терапии интенсивы сын токупати. В конце прошлой недели ковид-больных начали принимать в специально созданном отделении республиканского наркологического диспансера. Помимо наших больных, у нас теперь есть отделение на 60 коек, которое занимается лечением именно больных ковид. Их присылают сюда из пунктов, где подтверждается диагноз ковид, и сортировка больных. Те больные, которые поступают к нам, они поступают во второе отделение, у нас оно так называется, второе. Оно расположено на территории Костюже. Из этих 60 коек уже занято 39 мест. Только сегодня утром прибыли 10 пациентов. Врачи сбиваются с ног. В смене работает всего 2 реабилитолога и 4 медсестры. Конечно, это сложно. Конечно, это сложно, потому что отделение работает только буквально считанные дни. Сегодня 23-е, с 20-го начался прием. Это больные достаточно тяжелые, которые требуют особого ухода, которые требуют особого внимания, особой подготовки медсестер и докторов. Благо, опыт есть. На месте работают сотрудники, которые всю жизнь имеют дело с интенсивной терапией. Сменилась только симптоматика и фронт работы. Это врачи-наркологи, которые проходили в свое время, у нас тоже есть отделение интенсивной терапии. Наши пациенты, страдающие хроническим алкоголизмом, наркоманией, они часто дают острые, тяжелые состояния, которые требуют участия реаниматолога. И это наши врачи, которые будут сейчас работают там. Готовили отделение к худшему на протяжении 2 месяцев. За это время Министерство здравоохранения оснастило наркологический диспансер всем необходимым. С начала пандемии в Кишиневе подтверждено более 41 тысячи случаев заболевания. При этом 29 тысяч человек болезнь победили.